До 1 сентября остается пара недель. В столице идет подготовка к учебному году. Очередная партия книг по всем школьным дисциплинам сегодня поступила на базу выгрузки Махачкалинской школы номер 46. Совсем скоро партию переотправят другие столичные общеобразовательные учреждения. Проконтролировать ход этого мероприятия прибыл министр образования и науки Республики Дагестан Шахабаз Шахов. Подробности в сюжете Ларианы Шамхалаевой. География, история, английский, алгебра. Родителям столичных школьников в этом году не придется покупать учебники. Книжная продукция в глянцевых обложках с новым переплетом уже поступила в распоряжение махачкалинских общеобразовательных учреждений. Напомним, в июле Министерство образования и науки при поддержке главы республики Рамазана Абдулатипова подписало контракт на поставку учебной литературы с известным российским издательством «Просвещение». Сегодня мы работаем с тремя издательствами. Это наиболее крупные издательства Российской Федерации, где достаточно успешно готовят учебники для всех школ. Это, прежде всего, конечно, «Просвещение», это издательство «Трафа» и «Русское слово». Думаю, что эта наша совместная работа будет продолжена. И та проблема, которая была годами, мы, наверное, все-таки в этом году и снимаем. Учебными пособиями на 2017-2018 год вторые и седьмые классы обеспечены полностью, заверяет начальник управления образования. По его словам, до 1 сентября будут приобретены книги и для первоклашек. Таким образом, свыше 90% школ столицы готовы распахнуть свои двери для ребят и начать учебный процесс. Распоряжением главы города мы создали комиссию. Туда вошли представители Министерства здравоохранения, Роспотребнадзора, Госпожнадзора и, конечно же, представители управления образования. До 20 числа все образовательные организации будут готовы к новому учебному году. Методические комплекты от издательства «Просвещение» получат также старшеклассники. Приблизительная поставка книг намечена на ноябрь. Лариана Шамхалаева, Гилач Курбаналиев, телеканал ННТ «Махачкала».